Доброго всем времени суток, с вами Тексер, и мы продолжаем переживать последствия в игре от парадоксов. Так, ну поскольку нам доступны карты мира, я не могу понять, на каких стройплощадках мне ничего не хватает, потому что вот тут у меня все хорошо. Они добирают эти доски, и все будет прекрасно, что такое лежит. Мусорка. А что? Позвольте вам представить постапокалиптическое раздельное собирание мусора. Но по-другому это назвать не могу. Непонятная фигня. Окей, ты кто? Утконос, что тут стоишь? Утконос, тебя давно взяли. Мистика. Ладно. Че? Торговля. Ну, погнали. Значит, это утконосина у нас может шляться по округе, разведывать, вынюхивать и все такое. Начнем с мяса. Тут 38 вяленого мяса. Угроз нет, опасности нет. А действие правой. Пошла. И ломанулась назад. Еще 8 мяса осталось. Хорошо, оно у нас так и будет бегать. Не так. Вот так, значит. Прекрасно. Погнали. Ну, вот конечно, где-то там топчется. Все хорошо. Тут у нас тоже все хорошо. Но я пока не могу ничего интересного строить. Так, ты что строишь? Мастерская инструментов. Да. Ну, шубейки нам пока не нужны, у нас 9 фуфаек тут. Все пока хорошо. Почему не хватает ресурсов, не могу понять. Хватает всего. Этот отсюда собирает. Тут бетон, тут не бетон. Этот тут собирает. Две доски тут еще есть, чего вам не хватает? Собаки вы страшные. Ладно, я думаю, даже еще сильнее ускорюсь. В принципе, все у нас неплохо. А еда есть. Утконосиха. Вот, кстати, тут полоса по кругу крутится, я так понимаю. Эта полоса олицетворяет собой силы нашей утконосихи. Утконосиха сейчас еще жранина. Оп, стоять. Вот теперь верю. Вот теперь верю. Но у нас тут еще на диву до хрена всего. Бетон. А, дерево. Ладно, давайте по дереву еще жахнем. Это у нас. Переместить давайте сюда. Вот это вот заберем доски. Сколько там досок-то? 20 штук, нормально. Потом туда кинем их. Но. Радиоактивные осадки. Небо из синего становится ядовито-зеленым, а воздух выжигает легкие. Это первые признаки приближающейся опасности. Высокий радиационный фон, который неизменно сопровождается радиоактивными осадками, смертелен как для колонистов, так и для скудных посевов. Засевать поля в таких условиях нельзя. Радиоактивные осадки приводят к лучевой болезни и страшной жажде. Они не щадят никого. Итак, собирайте урожай, пока он не погиб. У меня нет урожая. Ищите йодные таблетки на карте мира. Хрена-то там нету. Чтобы колония быстрее оправилась от болезни, вам нужно больше врачей и врачебных палаток. А знаете, что я сделаю? Я построю еще одну палатку. Вот это хорошая мысль. Палаточку давайте. И могильник. Ладно. Ну, врачи у нас будут тут одной кучей жить, работать. 12. Оно мне сейчас не хватит. 6-10 мне сейчас не хватит, наверное. Давайте я сразу заряжу и могильничек где-нибудь тут, на отшибе. Ага, на отшибе, да? Норм, вылетать подальше. Вот там, за ядерными отходами, в сосиску его. На статус средний. Приоритет или низкий. Так, а тут чего? Тут строят? Ну да, тут средний приоритет, ему бетона надо. Вот как-то так, приближаются строительные осадки. Ну, что я могу сделать? Ничего не могу. Где собраны? Ну, я отсюда убрал, что тебе нужно-то? Собака-то страшная. Как будто устаревшая. Иди отсюда. Вот так. Инфекция. Ну, врачи есть. Так, специалист готов к работе на карте мира, я так понимаю, да? Давай. Приперлась. Молодцом. И сюда опять. Ну, надо забрать. Я же понимаю, что ее неплохо бы еще куда-то отправить, но... Надо по порядку все. Так, лечат. Последние, видимо, лекарства заведут. Ладно.
что? Где? Ягоды. Оп. Ягоды. Ягоды у нас собирает вот эта палатка, да? А, ну одни ягоды собрали, другие еще есть. Могильничка надо поставить. Что тут у нас не так? Не удалось выспаться, инфекция, пофиг. Слушай, а тут кто-то живет? Два кланиста тут живут. И они, наверное, высыпаются. Так злорадно, да? Хижина рыбака завершена. Все, сейчас жранина побольше пойдет нам. Это хорошо. 73. Да, с едой все замечательно. Так, наш енотиха. Специалист готов к работе. Да, меня предупреждают, как все. Вот так. А, да, вернулся в колонию. Принесла мяску. Все, ну давайте теперь осматривать окрестности. Давайте вот прям с дороги начнем. Опа! Исследование. Неплохо, туда пойдем. Так. А тут продолжим. Ну и сейчас забацают хижину с инструментом, я так понимаю. Да. Мастерская инструмент. У меня носильщиков опять уменьшилось. И уменьшится еще. А никто не хочет ко мне прийти, например? Нет, 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 нет. Просто вот два носильщика всего. Но у меня трое детей есть, они вырастут. Ноль до радиации. Давайте строите, черт возьми, средний приоритет. Чего вам, дров не хватает? Стоям бы. Бетон. Бетон, надо дрова, да? А, давайте переместим рабочую зону. Бетон там тоже вот нассал. Вот сюда. Даже... А ты где? А ты там, да? О, пошел радиоактивный осад... Осадки радиоактивные пошли. А, ничего я не успел. Слушайте, вот тут какой-то прям склад. Кстати, второй ряд пошел строиться. Может, это склад какой? У меня все склады пустые. Слушайте, давайте мы еще что-нибудь построим. Например, склад. А, крытый склад. Вот так. Средний должен приоритет быть. Так, специалист готов к работе. Да-да-да. Давай сюда. Ты. Так. А надо возвращать? Не надо возвращать. Все хорошо. И давайте по исследованию вдарим. Так, навыки выживания. Можно посмотреть, что тут вообще? Скорость производства. Мне не надо. Тактика стаи. А еще уже нажал. Монтировка. А это из нее уже произрастает. Колония. Герметичные швы, чего? Палатки. Безопасность. Тяжелый брезент. Мы укрепляем все. Да, тут что? Бартер. Пограничные аванпосты. Это у меня рано. Монтировка. Тут? А, я что-то по одному могу исследовать. Ладно, у меня 300 очков, живем пока. Оп. Просьба колонистов. Кто-то хочет отправиться в путь за ворота. Вас тут не хватает. Пара колонистов приходит к вам с просьбой открыть ворота. Они услышали голоса промысловых животных неподалеку и хотят отправиться на охоту. За воротами опасно. Там можно получить травму или еще похуже. Но еда никогда не бывает лишней. Согласен. Вперед. Они вернулись с мясом. За воротами действительно было стадо животных, мирно щиплющих светящуюся траву. Дерзкая вылазка колонистов увенчалась успехом. И теперь у вашего поселения есть целая куча мяса. 23 мяса. Офигительно. Так, постройте еще крытый склад. Да я уже строил. Так, что у нас под радиацией-то? Ну, вроде нормально все. Живем.
Вот, колонист Джек под радиацию угодил, бедолажка. Так, что у нас с исследованиями? Еще команда собирателей, от чего? А, ну то есть, да, больше идут. Плюс один металл к производству, тоже здорово. Фаянсовый друг. Туалет, водопровод. Плюс к счастью. Общественное жилье, лачуга. Межкомнатные стены. Улучшается, да, плюс 20 к счастью. Спиртовой уровень. Ровно строить. А что тут вообще? Ой, смотри, сколько тут всего. Ёлки. Игровые автоматы. Здорово. А безопасность. Президент, медсестры. Что медсестры дают? Ячейки работы. Курсы первой помощи. Ладно. Пища. Базовое фермерство. Тактика стаи. А навыки выживания. А я с этого могу? Значит, могу с этого. Дом зверолова круче. А тут круче. Плюс производство. Ну, тоже хорошая штука. Ладно. Ждем. Там наш... А, медицинская палка вторая готова. Монтировка завершена. А, погнали. Я хотел тут пищу, по-моему, да? Исследовать. Полетели. Ну, все нормально. У нас в одной палатке сидят там во всю. Так, вот утконосика готова. А что, тут еще что-то есть? Чего-то нету больше. Бетон, но там есть опасность. Ну ладно, ждем пока. Я не знаю, стоит ли за бетоном посылать. Нет, наверное, не стоит. Так, крытый склад я тут строю. Так, 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 так. А палатку портного я не ставил. Да? Да, я поставил только инструмент. Инструмент у нас тут, ой, мягко говоря, до хрена. 9 инструментов. Ладно, пускай пока фигачат. На самом деле мне столько не надо. Я потом тормозну эту палаточку-то. Потому что у меня несунов мало. Навыки выживания завершены. Хорошо. Монтировка колония. Герметичные швы. Давайте. Хорошо, швы. Если швы в ваших палатках достаточно прочны и выдерживают снег, ураганы и метеоритные дожди, значит, палатки будет проще чинить. Там, где раньше приходилось менять всю секцию, можно просто поставить заплатку. Берем. Так, что постучалось? А, колонист радиоактивный. Хорошо. Так, что не хватает? Бетона и дерева. Ну, блин, не знаю даже. Исследование завершено. Прекрасно. О, прям. Общественное жилье. Что тут у нас? Лачуга, коммунальное жилье. В коммунальном жилье хватит мест низким поселенцам, там довольно тесно. В лачугах личного пространства, конечно, больше. Но сами эти здания стоят дороже. Ну, давайте уже, наверное, в это ударимся. А следующий у нас будет... Это какая? Медпалатка, наверное, безопасность исследования. Бартер, пограничные аванпосты. Вот это рано мне, пограничные аванпосты. Тяжелый брезент могу. Фаянсовый друг. Команда собирателей. Ну, в принципе, тоже могу. Пища, тактика, стаи. Дом зверолова плюс ячейка работы. Что такое ячейка работы? Ну, ладно, не знаю. Потом посмотрим. Полетели. Так. Давайте радиоактивные осадки, вы уже куда-нибудь денетесь нафиг.
Так, специалист готов к работе. Погнали. Ну что, за бетоном? Там опасность. Ладно. Давайте. Что интересно, судно не пропало. Вот что странно. Что, схватил бетон? Молодца, 38 бетона. Ёлки. Мы тебя будем возвращать, конечно. 38 бетона мне вот очень пригодится. Два кладезь традиционного заражения. Ну, пока справляемся, нормально. Так, дерево идет. Не дерево, тоже идет. Хорошо. Что, по времени? По времени норм. Так, странствующий торговец. К воротам подъезжает разноцветный фургон. Здорово. Ну, у него и вид, посмотрите на него. У ваших ворот остановился большой фургон, заполненный разнообразными товарами. Мужчина, чей наряд вызывает много вопросов, кричит вам: «Слышь, вам вроде что-то поменять нужно было, надо ходить сюда, у меня добра навалом. Вдруг приглянется чего?» А, так. Он предлагает нам вот эти вот гайки в обмен на 17 тряпок. Вот это хорошо, на 20 рыбы, а? А у меня рыбы отдельно как бы нету. Вот в списках-то. Странно, да? Ну ладно. А гайку мы возьмем, куда-нибудь да пригодится. Готово. Отлично, есть. Вали отсюда. Так. Просто гайки — это какой-то более продвинутый ресурс. Я думаю, он мне куда-то да пригодится. Три клани с радиационным заражением, и радиационное заражение от нас ушло. И это великолепно. Так, что тут? Так, стоп. Вот это паузим. Если я включу, если... Ну, никто не идет, нормально. Стоп. Колонисты готовы к работе. Не дошла, да? Или дошла? Не дошла. Так, ладно, пофигу. Тут мы тормознули. Инструмент у нас больше не фигачит. Но нам не нужно столько инструментов. Что тут не хватает? Не хватает бетона, сейчас принесут, не хватает дерева. Просто у меня несунов мало. Видимо. Бенджамин, давай уже исцелись, и все будет хорошо. Носят. Осталось два бетона, но сейчас или утконосиха придет, или они сами. У меня будет скрытый склад. Мне кажется, вот это вот все-таки это не мусор, это то, что надо на скрытом складе. На крытом складе держать. Ну, сейчас мы это узнаем. Что-то они, видимо, тухнут. Стоять. Колонист повзрослел, прекрасно. И утконосиха. Ну чего? Ну иди давай на в колонию. Отнесла, молодцом. Здравствуй, банда. Банда головорезов охраняет 50 на ресурсов. Я к ним не пойду, я что, я с ума-то не сошел. Они, правда, на меня сами напасть могут. Да, смотрите, накрытый склад понесли. То есть это были ценные ресурсы, которые надо носить на накрытый склад. Ты куда понес, собака страшная? А, он понес. Могильничек строит. Ну пусть строят что-нибудь. Поставим среднюю. А тут есть апгрейд выше? Нету. А я могу строить что-то интересное из этого? Ну-ка. Да, могу. Колонисты не могут заводить детей, но тут 8 штук умещается. Небольшой бонус, к счастью, троих. Давайте. Оу. Ну давайте, ладно. Чего тут? Построим. Так. К воротам пришла группа выживших. Давайте посмотрим. 5 взрослых, 1 ребенок. Принесли топливо, инструменты, консерву, таблетки. Че это не говорят? Турбина.
Для него вся суть науки в постоянных экспериментах. Поставьте перед ним проблемы, на следующий день он предложит вам дюжину решений разной степени обоснованности и безопасности. И хотя бы эксперименты заканчиваются неудачами чаще, чем у его коллег, сами его исследования всегда радуют серьезным взглядом на вещи. Ну давайте, берем. Понижу скорость. Так, у нас есть немножко бездомных. Высокий приоритет. Стройте. А, четверо у нас бездомных, то есть надо еще строить. Постройте больше жилищ. Построим, так, ну сюда четверо, блин. Чтобы вам всем... Давайте палаточку еще забацаем. Сюда вот. Все лучше, чем ничего. Высокий. Так, стоп, у нас теперь есть люди. У нас теперь много людей. У нас есть вот этот кикимора, и у нас есть вот этот кикимор. Смотри. Пластик. Ну, а, ну ладно. По нулям, да? А теперь вдвое больше нам нафигачит. Стоп. Уничтожение зданий. Уже не нужны стартовые хранилища. А, это вот этот вот грузовик. Уничтожить. Так. Какой специалист у нас готов работать? Собраны. Да, собраны. А где моя? А, ну там еще есть. Строительство завершено, открытый склад. Да, собраны. Специалисты готовы. Кто готов? Оба готовы. Отлично. Пошел. На место пошел. Хорошо, молодцом. Давай, следуй сюда. Че это? Производство. 32 инструмента. Ну, такое. Ладно, сходим. Так, склад разобрали. Чертовы палаточники. И чертовы бездомные. Вот в этих 6 сидит. Я бы, конечно, заменил их на вот это большое 8-местное. Так, что там? Опа, стоямба. Собраны, согласен. Переместить рабочую зону. Куда? Вот сюда давайте. Нет. Тут 3 можно как-то захватить, я уверен. Так. Так, а с этим чего? Собирают, молодца. Ягоды тоже собирают, вот эта вот штука. Чего у нас тут? А, ну там норм, все. Закончено строение 2, это каких? А, ну жилье, все. Все по домам, все прекрасно. Ягоды, нужен новый источник. Ты издеваешься. Да. Слушайте, оно не издевается, оно правда такое. Давай туда. Так, у меня остались еще очки опыта, господа. Честное жилье, фаянсовый друг, у меня 75 осталось. А, пища, давайте, пищу. А это что, дом зверолова плюс волокно? Ну да, нафиг оно мне надо, базовое фермерство. Поля. Ладно. Давайте вот это исследуем. А чё морд-то недовольный у всех? Могильник завершён. Свалки с отходами. На лице планеты, пережившей апокалипсис, остались многочисленные шрамы. На свалках с этими отходами происходят непредсказуемые выбросы радиоактивных материалов, опасные для здоровья колонистов и состояния строений. Такого соседства лучше избегать, со временем вы научитесь обезвреживать. Для этого нужно бла-бла-бла, я не умею. Так. Ждем дальше. Ядерные отходы, да. Ну, чё, мы же... Опачки, вода. Вот это было неожиданно, не пищит. Ты ж сволочь такая.
высокий. А это что, а склад полный, что ли? Прочность, вместимость. Че это такое? Что это за свалка такая тут у меня? Смотрите, склады пустые, крыты, склад открытый, все пустое. Но у меня тут свалка какая-то прям организовалась. Недостаточно. Носите давайте. Недостаточно вам. Так, специалисты готовы. Так, ты нашел? Нашел. Вали. 32 инструмента. Ты. Так, ты что-то несешь? Несешь пластик. Давай на базу. А, так тебе можно просто так нажать, наверное. Так, у нас теперь много пластика. Шикарно. Он даже немножко назад сумел пойти. Черепугу не трогаем. Вот тут я не понимаю, как оно копится на угол, не копится, но почему-то все равно светится над ним. Да? А над этим перестало светиться, и над этим. Видимо, периодически появляться будет наука. А там инструменты, да? Так, ладно, живем-то мы, в принципе, неплохо. Но пока беда у нас с производством. Два, три. А, 6. Одно место свободное. Мало. Техника стоит завершена. Хорошо, все, очков у меня нету. Далее. Надо не останавливаться на достигнутом, надо строить дома все-таки. Коммуналочку забабахать. Где у тебя выход с коммуналочки? Вот так у тебя выход с коммуналочки. Стройте давайте. Надо переселять. А, и у нас работников дофига, поэтому давайте. О, тикает, нормально. Потихонечку инструменты пилит из железа. А тут фигачит колодец, что же хорошо. А тут у нас запас есть в баке. Просто вода у нас в минусяру пошла. Инфекция. Нас не напугать. Вот палаточки у нас фиговые. Так, дорожку давайте. Такую вот, да? И вот такую. А тут вот такая у нас прям такой стрит будет, да? Так. И поперечинки тоже неплохо. Не тут. Тогда вот тут. Вот тут поперечинка пойдет. Работайте. Вот почему вот этот склад тут лежит, непонятно. У меня пустые склады, а вот тут никак. Настройка ячеек рабочих. Если будет несколько, вырастет эффективность. Хорошо. Ладно. Да, я могу больше по охоте жахнуть. Ну, людьми, в принципе, есть. Пластик, не пластик. Тут кто-то закреплен, тут никто не закреплен. Тут несуны закреплены. А я это не улучшал. Я вот этих улучшал. Да, и вот этих, наверное. Нет, нифига, слушайте. Давайте еще одного возьмем. Охота. Так, вода в плюсе, прекрасно. Элизабет под инфекцией, пофигу. Сидим, процветаем. Так, почти полчаса уже, сейчас нужно будет закругляться. Ну, сейчас наши доблестные ходунцы там что-нибудь наберут. Мне вот это вот не нравится, что тут лежит. То есть, смотрите, пустые склады, в общем-то. Вместимость 8%, вместимость 27%. Они не заняты. Но при этом у меня там почему-то лежит. Даже вот этот склад, он не занят. Тут инструменты лежат, да, но... Так, что не хватает-то у нас? Дерево. Ну, дерево собираем. Так, и давайте мы тогда... Мы не строили портного. Тут пускай строится. Надо расширяться, надо все-таки на самообеспечение переходить. Я могу тормозить потом их. Так, неужели они... Да, они собрались, все хорошо. Так, это у нас... Очень громко.
Это у нас с инструментами. Смотрим. Металл, но там опасность. Металл, опасность — это плохо. У меня металл навалом, поэтому нафиг. А, ну все. Пусть лежит, я туда не пойду. Блин, отсюда не уносит. Черти что. Ну давайте, стройте. Вот это вот свалка какая-то прям. Вот, мне не нравится. Почему они не уносят? У нас полно места на складах. Что не так-то? Возможные ресурсы. Ну они все возможные. Не понимаю. Так. Тут. Кто у нас тут работает? Да норм. Бетон вон пошел. Все хорошо. Тут. Ну, тоже сбор идет пока. А с деревом беда. А с деревом беда, прям беда. Давайте вот отсюда собирать. Ну, я пока не могу ничего такого исследовать. Тут. Дерева не хватает, да? Да, дерева не хватает. Там. Там тоже дерева не хватает. 25 дерева нужно, офигеть. Давай тут будет у нас высокий приоритет. Нифиг, хотят одновременно строить. Значит, сначала жилье. Надо улучшать условия, смотрите, и тут не удалось выспаться куче народу. Колонисты не испытывают ни горя, ни счастья. Вот ни то, ни сё, и сбоку бантик. Так, спецы готовы к работе. А, ладно. Так, ты несёшь инструмент в колонию, молодца. Иди туда смотри. Она смотрит, нет? По-моему, нет. Так, ты что делаешь? А смотреть сюда будешь? Dead Creek. Возможно, торговые партнеры. Им нужны тряпки. Болты и топливо. Ну, тряпки у меня есть, да. А они предлагают дерево. Дерево на тряпки неплохо менять. Хорошо. Тут чего? Магазин электроники. Ну, я могу унести 29 батареек-то. Только зачем они мне? Непонятно. Бандит у ворот. Он ведет себя как-то странно. Давайте посмотрим. Бандит-торговец. Он берет чуть такое, даже не знаю. А ему нужно дерево. У меня дерева нет. К вашим воротам пришел незнакомец. За плечами у него тяжелый рюкзак, набитый чертежами, линейками и разными другими штуками. Одет он как бандит, вот только ведет себя совершенно не так, как у них принято. Эй, там, мне бы с главным поговорить. Я старший мастер пришел вот к вам. Вы уж меня выслушаете, заявляет он вам. Затем добавляет, что строит какой-то памятник, ему нужен стройматериал. Ну так что, может, поменяемся? Блин, я поменялся. На неведомую зеленую фигню. Блин, что это такое? Ну вот он дерево на болты меняет. То есть он болты моему дерево. А, не пойдет. Может ли ваше прекрасное и богатое поселение поделиться самым малым честным торговцем вроде меня? А, я не прошу многого, вас смущает моя одежда, но только мне не предлагали кучу шмоток на выбор, когда я присоединялся к шайке, не внимается торговец. Когда у него наконец заканчивается дыхание, он обнаружил, что никто не собирается открывать ему ворота. Он понуро уходит, все еще что-то бормоча себе под нос. Ну, ни торговцу, никому не могу ничем помочь. Мы строимся. У нас строительство, статистика, специалисты, радиостанции, помощь, меню. Радиостанции? А, нет. Торговля. Dead Creek, цена. Крайний срок. Просьба. А что им надо? Фига себе у них. 16.
У меня 26, допустим. А, у меня нет центра торговли. Ну, вот это вот и все. Вот и все, собственно, с этим. Так, и давайте мы вот это вот поузнем. Стой, собака страшная. Неудачно, что тут все висит, конечно. Давайте вот мы сделаем вот так. Там никого нет? Ну, то не лучше, да? Давайте вот так. Мастерская портного завершена. У нас 9 штук. Че еще шьешь? Из вот этих шьешь, да? Слушай, мне фуфайки тоже не нужны, иди оттуда. Пусть пока стоят, потому что мне в большом количестве все это не надо. Ну, вроде все нормально. Там вот, вот это вот никак не построят. А хотя... Хотя все строят. Отлично, отлично. Потом можно вот эти сносить будет и строить вот такие. И счастье попрет, я надеюсь. Ну, в целом народ работает. 99, все тут просто забал. Специалисты готовы. Блин, вообще хрен оторвешь, называется. Давай за батарейками. И побежал на базу. Молодцом. Ты. Чё там у нас? Гайки. Блин, мне бы науки. А ты гайки. Ну, смотрите, мы так уже разведали хорошо. Науку, блин. Науку надо. Будем разведывать еще. Карта просто огромная. Ну и понятно, что с машиной они будут... Мотаться дольше. 6 лекарств. Ну, деревня процветает на самом деле. Деревня процветает. Мне вот это построить. Так. Коммуналочка. Стоять. Коммуналочка-то готова, господа. 0,28. Угу. А вот это мы уничтожим. Тыц. Не знаю, быстро уничтожить. Если быстро, я сейчас заряжу тут еще коммуналку. Прекрасно. А, и следующая коммуналка. Прекрасно. И потом следующую снесем, и вот так мы это дело все изменим. Я, к сожалению, не могу прям город построить тут. Пластик скоро добьем. Я прям город не могу построить. Это что, сортир? Серьезно? Ну такая лачуга-то. Но люди не плодятся по-прежнему. Я не знаю, почему в этот они должны плодиться на самом деле, в лачуге. Ну в описании, по крайней мере, написано, смотрите. Небольшой бонус счастья, уж точно прочнее палатки. Они в больших этих не плодятся, а в маленьких должны плодиться. Не хотят заводить детей, ну это хрен бы с ними. Но уже не палатки, надо палатки скринять, вот это все вводить. Больше я ничего интересного не могу построить. Дом лесничего. Ну, я их не выпиливаю, поэтому дом лесничего мне как-то не нужен. Хотя построить можно, ну ладно. Это мы потом разберемся. На самом деле, вот эту всю территорию потом надо под город все-таки отжимать. Ну что ж, на этом тогда давайте закончим. Это уже 38 минут, длинная серия получается. Деревня живет и процветает, как вы видите. Вот есть непонятки вот с этим складом. Ну черт с ним, разберемся потом. Я улучшаю тут условия. Ну кто-то не высыпается, усталость. Ну вот эти снесем, палатки заменим, и я думаю, будет все хорошо. А на этом все. Что-нибудь жмите под видео, что-нибудь пишите в комментах. Всего хорошего и до новых встреч.